Студенческая весна – это мероприятие, которое связывает между собой тысячи студентов Казанского федерального университета. Кто-то находит себя, кто-то друзей, а кто-то просто приходит поболеть за одногруппников. Вот уже с начала второго учебного семестра все студенты университета начали активную подготовку к одному из главных мероприятий учебного года – студенческой весне. Конечно же, самые такие, наверное, мощные подготовки начались с января месяца, после Татьянина дня, когда все студенты вышли с сессии и начали такие усиленные подготовки. В течение двух недель проходили уже предварительные просмотры вместе с режиссером. Результат, на самом деле, очень хороший, показатель студентов очень сильный. Напомним, что в феврале в Байтике прошла школа актива «Слет творческой молодежи», которая объединила начинающих сценаристов и режиссеров, принимающих активное участие в подготовке студенческой весны. Мы недавно провели режиссерскую школу актива. Все навыки, которые мы дали нашим студентам, юным режиссерам, они все воплотятся на сцене, и мы увидим их плоды. Первым представят свой институт студенты Института фундаментальной медицины и биологии и Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Конкурсная программа будет проходить среди 17 команд, это института факультетов нашего университета, и продлится данный марафон студенческого творчества с 10 марта по 21 марта. Безусловно, студвесна – это самая яркая часть студенческой жизни, то, что запомнится на всю жизнь. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.